Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Рома расскажет стоя на белом кирпичном фоне. До Яранска мы доберемся, но начнем все-таки с Кирова. Первый заголовок. В Кирове суд на месяц запретил петь в караоке-кафе. Почему? Да потому что, когда поет судья, нужно аплодировать, а не плакать. А вот сейчас Яранск. В Яранске двое подростков попытались угнать полицейскую АКУ. Полицейская АК. И подростки пытались этот полицейский спорткар угнать. Это, кстати, их изгубило. Проще было бы не угнать, а унести. И вновь Яранск. Должник из Яранска спрятал от приставов свой автомобиль в сугроб. И, похоже, соучастником пойдет снегопад по этому делу. Но не это главное в истории. Дело в том, что приставы не смогли к этой машине арестованной подогнать эвакуатор. И поэтому судебные приставы расчистили улицу, которую не чистили с самого начала зимы, чтобы эвакуировать этот самый ВАЗ-2110. Вы спросите, откуда такой аттракцион невиданной щедрости? Да просто яранским силовикам очень хочется, чтобы у них была не АК, а хотя бы десяточка.